Приветствую вас, друзья! И сегодня мы продолжим рассматривать модификации для StarBond. И на этот раз мне попался очень интересный мод, который добавляет в игру лодки. Нам потребуется обычный верстак. И где-то внизу мы можем найти технологию. Новую технологию, которую можно купить всего за один пиксель. Крафтим. И идем на корабль. Изучаем технологию. Как вы видите, я уже изучил ее. Заходим в меню технологий. И ставим новую технологию в ячейку. Вот, собственно, и все. Теперь в прыжке над водой нажимаем клавишу F. И мы появляемся на нашем кораблике. Вот так он выглядит. И можно отправляться в плавание.